Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я зашла, делала видео без вложений в бонусник Альфа БТЦ. Вернее, я вчера поздно вечером зашла, а сегодня только записала видео и говорила, что я не проверяла этот бонусник на вывод. Значит, и сейчас я хочу проверить, как этот бонусник платит. Мне до сих пор как бы серфинг еще недоступен. Вот. Потому что надо пройти, чтобы бонус получить, нужно пройти, как я говорила, 10 серфинга. Да? Вот будет доступно 31.08 в 22.18. Надо 10 серфинга просмотреть, а потом уже тогда мне будет доступен вот этот бонус. Да? Вы, наверное, уже знаете. Ко мне пришли партнеры. Мне капнула реферальная денежка. И у меня сейчас на балансе рубль 96. Значит, и я хочу, как бы, да, проверить его на вывод. Значит, как сказано, вывод инстантом сразу на кошелек. Ну что, давайте проверим. Заказать выплату. Выплата обработана. Интересно. Сейчас я зайду на почту. Не на почту, она, скорее всего, мимо почты такая маленькая сумма пройдет. А в кошелек. Ну что, хорошая новость. Проектор и правда платит. Смотрите, рубль 94. Вот дата операции 31 августа. 20.31. Значит, перевод выполнил, ну, сумма получения рубль 91, выплата, комментарий, alfabtc.ru. Вот она. Надеюсь, всем видно. Ну, замечательно, значит, будем работать без вложений. Баланс мой обнулился. Знаете, еще что хочу сказать по этому поводу. Вот все бы хорошо, без вложений все хорошо платит. Меня вот смущает вот эта вот сумма, резерв, 66 рублей. И давайте зайдем в статистику, посмотрим. Так, это не то, вот это, смотрите, вот рубль 96, и вот мой кошелек 34908 и так далее. Все замечательно. Ну что, будем работать, будем зарабатывать, но все-таки без вложений рубль 96, я считаю, тоже совсем даже неплохо. На этом буду заканчивать. Работаем, ребят. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.